Всем привет, с вами Рустам Газизов. И сегодня у нас будет обзор на Titan Mercenary. Как вы знаете, простите, я заболел, думаю, не снимаю видео. Хочу сказать то, что недавно вышел Killzone Mercenary, бета-версия. Давайте-ка ближе все рассмотрим к ней. Прежде чем сразу играть, мы давайте рассмотрим характеристики. Данная игра, конечно, бесплатна, но она бесплатна только для юзеров PlayStation Plus. Это бета trial, значит, это бета, еще не до конца все сделано и может закончиться скоро. Родительский контроль, уровень 9 размер, 1 гига, 449 мегабайт, версия 1.0.0. Это пока есть новенькая версия. Я сам, можно сказать, не запускаю, только начало там. Простите меня, я еще болею. Давайте-ка все рассмотрим. Давайте сейчас посмотрим о самой игре. Сам вот. А, нет, это смотреть уже нам не нужно. Не нужно. Вот Killzone Mercenary. Тут вы можете прочитать. А получается, все об этой игре вы можете поставить на паузу и прочитать. Кстати, я вот не думал, но тут, оказывается, будет вид от первого лица. Хотя я знал, что будет вид от первого лица. Я помню, как-то давно, в 2008 году, я играл на PSP. Конечно, меня сразу не понравилось. Так там был вид сверху. Но это была моя самая первая игра на PSP. Я вот играю Killzone где-то с лет 5. Еще на PS2 в первую Killzone играл. И в третью недавно играл, очень понравились. Получается, тут играешь по интернету. Вы не слышите его? Вот. 2013 года. Mercenary переводится наемник. Получение козырь. Добро пожаловать. Сейчас я вам сфокусирую. Я сам не хочу прочитать. Потом прочитать, когда играть буду, наверное. Во, компания. Компания сейчас не открыта, так как это бета-версия. Открыта сетевая игра. У меня есть уже шутер сетевой, это там. Как его зовут? Открытая. Call of Duty. Black Ops Decosfit. Зона конфликта. Я давно не снимал видео. И решил снять все равно для вас. Хоть и болею. О. Что это напоминает, конечно, PS3. Там тоже как-то так было. Тут как бы такая подсказка, зона конфликта. Так, сейчас начнем играть. Я не играл, я на пофиг сразу выбрал, правда говоря, не играл. Вот только может начало, там условия, чтобы вам не мешать, сразу убрал. Условия, все такое. Вот что такое. О! Стандартное оружие Killzone. О, нифига себе. Йо, вот это графон. Может, вам не видно, но графон как в Killzone 3. О, я в первый раз играю, уже кого-то убил. С вашего экрана видно, наверное, как будто GI графон. Ну, плохой графон. Ну, скажу вам, честно, я не ожидал. Ё-моё. Наверное, эту игру я полную версию куплю. А как тут быстро бегает? Я вот только зашел. Вот. А что делать-то тут? Я, конечно, не сам экран смотрю. Я, получается, смотрю на то, что снимаю. Блин, ну, первый раз же играть, чё? Короче, скажу, это какая-то портативная Killzone 3.
Получается, я смотрю на экран. Мне кажется, как будто графон такой делает. Блин, ну, это... Может, он сфокусировать, что ли? Ну, графон нереальный. Я управление пока не плохо знаю. А, получается, это... О, присест. Давно я в Killzone не играю, честно сказать. Но я не знаю, как тут, например, быстро бегать. О, чё, видите, мало даже людей играет. Но как-то быстро сервера нашел. Ну, блин, графон, отвечаю, меня поразил. На Вите еще графон. Ё-май. Ух, я даже, наверное, в поистрее не буду играть. Йо. Отвечаю, крутой графон. Лучше, чем в Call of Duty Black Ops. Что-то там они не хотели, походу, стараться, мне кажется. Я, получается, не смотрю на экран Vita, я, получается, только через то, что я снимаю, мне там плохо видно. Ну, пробую сейчас смотреть вот так вот. Как бы тут быстро бегает-то. Ну, знаю то, что помню, в Call of Duty было. Вот так идешь и нажимаешь, вот так, крестовину. Что, даже не вижу, а? Съел газ. О, убил. Ну, конечно, игра-то новая, пока мы сидим оба. Ой, взять боеприпасы. Скажу, графон меня поразил. Графон меня поразил. Блин, ну как же, ну у вас не видно этого графона, ёшки. У вас кажется, какого-то обычная какая-то. Тут еще OLED-дисплей 5-дюймовый, вообще, знаете, вообще, в жизни, конечно, если увидеть, то вы, наверное, офигеете. Потому что в прошлых играх на PS Vita графон, конечно, делали меньше, хуже, могу я так сказать, но я вправду не ожидал такой графон. Тут, наверное, графон как на PS4 Shadow of Hell Killzone. Да не, хотя не может быть. Что? Мы захватили капсулу Венгарда. Так, ну что могу сказать про игру? А, во, как быстро бегать. Нолик получается. Помню, там надо было убежать и нажимать R3 одновременно. Ну, это было легко. Так. Это как бы полуобзор, полулетсплей. Можно так сказать. Простите, то, что много кашляю или чихаю. Так. Вы не смейтесь на меня, пожалуйста. Ох. Ну, правду говорю, графон меня поразил просто. Что тут делать, пока месь я мало что знаю. У кого есть плюс, успейте скачать, потому что потом у вас не получится поиграть в это. Это очень-при-очень круто, не хуже графа, чем Warface и так далее. Отвечаю, в реале видеть... Графон, ну, просто меня, ну, блин, ну, поражает. Просто, ну, убивает, могу сказать. Я не ожидал от Виты такого графона. Так. Я пока мне вот задание не знаю. Давно я вообще не играл в Killzone, можно сказать. Помню, я... Мне нравилось в Killzone 3. Вообще, в Killzone там можно было вдвоем всю кампанию проходить. Получается, мы с братом проходили Killzone 3, было вообще интересно. Вообще, мне Killzone нравился еще. С лет 5-6. Вообще. Говорю, игра крутая. А еще плохой. 2 часа ночи снимаю видео. А вот, вот. Давай. А, давай, заметь у меня, хе. Блин, я ж новенький, ну. Хотя я в шутеры с 5 лет играю. Все равно, это же на виде. По себе я так сам играл, может, норм играл. Ну, полюбак, тут есть из моих подписчиков какие-нибудь задроты или зрители, которые, например, ну,
Очень играет хорошо. Шутер на джойстиках. Может, вам и не видно, потому что я пытаюсь смотреть туда. Да, всегда. Вот тут заметил то, что начал говорить женщина, получается, и там в Killzone Liberation, которая была прошлая. Ну давай, давайте лучше выйдем. Посмотрим еще какие возможности тут есть, настроечки там всякие. Личное дело. Что это у нас? Профиль игрока, получается, у нас будет все открыто. Рейтинги. Рейтинги людей. Давайте пока не срекомирую, что ли. А, хотя не. Компания. А, видите, никого тут нет. А так еще нет же компании. Так, параметры. Ой, параметры. О, параметры графики можно менять. О, отключить сенсорное управление. Видели, вроде не использовал даже сенсорное управление. Прицел отключить можно. Радар, кстати. События. Уведомления, задачи, раунды, профиль. Супки. Хотя нет. Справка, насилие. Звуки, субтитры, параметры подключения. Ну все, давайте разведем итоги. Простите. Могу сказать то, что игра мне, ну, как бы понравилась, графой особенно. Потому что графа меня очень удивила. Ну, скажу, что успейте поиграть в нее, не пожалеете. Потому что графон, мне кажется, один из лучших игр, которые играл вообще на Вите. Еще говорят, Gravity Rush, хороший графон. Вот так вот. Ну, пока. С вами Руслан Газизов. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте всегда в позитиве. Yeah.